Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. У носителей этого имени свой взгляд на мир и своя точка зрения. С уверенностью можно сказать, что владельцы этого имени находятся под космическим влиянием. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Эти люди умеют организовать других людей. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Это имя мистическое, непредсказуемое. Люди с этим именем могут совершить поступок, который для нормальных людей может показаться полным идиотизмом. Но в своей душе они будут упорно уверены, что сделали правильно, и ничто их не сможет переубедить. Даже если они соглашаются с неправильностью действий, эти люди все равно останутся при своем мнении и будут жить с этим представлением до конца жизни. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.